вами Геналик, и мы сегодня играем в Дурс с вот этого дурака Ташу. Прям крутой, только отмычки. Мы сейчас, наверное, пойдем в обычное прохождение. Нет, не знаю. Ты че ничего не говоришь? Да, мы кибер. Да вообще мы кибер. Не, давай сейчас не в обычное прохождение. Я их хочу. Я обычно душ, пройти там можно, это изи. Тут примерно 1000 дверей, или как повезет. Там может заспавниться или 200, или 1000 дверей. Как Серьезно? Тебе повезет? Надеюсь, 200 нам повезет, чтоб побыстрее. Ой. Как, ой, я туда хочу. Как от А120 спрятаться, у меня вопрос. От А120? Да. А в шкафу, короче. Так он со следующей комнаты на тебя бежит. Типа назад бежать? И типа назад. Вот бежишь назад, в шкаф прячешься, и он прям на тебя летит. Ну ты не бойся, стрелять, ведь он тебя не бойся. То надо это. Короче, там хайда нет, это все прекрасно, поэтому можно сидеть без крыши. Так, собираем монетки на всякий случай для. Я туда хочу. Я тоже туда хочу. Ничего себе! У тебя сколько монет? 35, ты все забрал, как фига. Да в смысле все забрал? Я только одну штучку взял. Золото полноценное, да? Ну да. Батарея. Ой. У меня батарейки, я взяла батарейки и отмычки. Короче, надо дойти хотя бы до 60 двери и там уже смотреть. Надеюсь, мы на 50 не сольемся. Да вряд ли. Мы же ведь киберкотлетки. Фонарь купил? Да, и отмычки. Прячься. Да? Да, прячься. А, да. Все, он спалил, сюда надо. А куда? Давайте даже посмотрим. Так, я слушаю этого. Ну чё, свет типа темная комната. Кстати, подожди, стой. Чё? Подожди, а как типа эту закрыть? Подожди. А чё там было в этом ящике? Беспалевный ключ. Да блин, закрой. Ящик не закрой. Да что закрой этот ящик? Смотри, беспалевный ключ. Вот. Чё вот здесь было? Немного зажигалки. У меня половинка была. Надо вообще-то было завязать отмычку. Да. Золото! Отмычка — это самая бесполезная вещь. Особенно для этой обновы. Подожди, открыл. Еще а больше. Давай батареек. На две части запишем ролик. Типа первую по прохождению до 60-й двери. А потом уже. Ой, какой я 60-й? А 120. А 0-0-0. Ну давай. Понял, авто. Моргает свет. Ой, свет. Беги. Побежали быстрее. А как? Тогда. Так бежим. Опять моргает. Здесь тоже моргает. Бежим дальше. Беги, прячься быстрее. Как-то он долго пошел. Ой, что-то он необычный был. Красный был. У меня обычный. А у меня там чуточку красный был. Или забагалась. Ха-ха, таблетки были. Зачем обходишь, если можно просто бежать наперед? Обе. И если можно просто бежать наперед и вот когда эту дичь открываешь, то и сразу на Е нажимать, и у тебя. О, сразу. Вообще, пошли, я открыл. А. Ну вот здесь было. А то еще быстро. Откуда у меня еще одна? О, привет, Гладик. Как твои дела? Подожди. Я вообще фокус. Так, смотри, вот у меня есть фонарик. И вот глаз. Ага. Вот глаз. Фонарик! На! Он бессмертный. Подожди, я его еще подожгать хочу. Вот так. Пошли, встань вот сюда на место Раша. Ой, какого Раша этого?
На место этого? Я всех путаю. Ладно. Тихо. Да, я абсолютно их всех путаю. Вот здесь. Подожди, вот. Я его подожгу. Давай, давай. Давай. Быстрее, быстрее. Да иди, иди. Давай, всё, давай, если что, я его подожгу. Давай. Давай, я его жгу. Давай, мне кажется, он бы меня убил. Надеюсь, как в прошлый раз мы не словим баг, и дверь откроется. А может, это из-за того, что вот эти вот двери мы раньше дружим? Да не знаю. Я прошу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мамонт, ха-ха-ха. У меня 155 только. Да накопить, дай мне накопить. Да мне тоже надо копить, как бы. Если дай мне зал. Сначала накопить. Тут свет накопить. Тебе? Да, мне. Если. Мне тоже как бы надо на крест. Ты ключ пускай купишь, а я крест. Так мне не хватит на твой ключ. Ну ты где этот шкаф? Ты сдох? Нет. Давай я тебе в глаза посвечу, подожди, стой на месте. Давай я тебе в глаза посвечу. Ты в очках. О, там глаза, если что. Они, блин, сквозь стену, блин, бьют. Глаза. А ничего. Ага. Два спидранца скрыты с картиной. Мы сейчас дойдем, и нам ни на что не хватит. Ну ладно, там все равно крест не помогает, так что давай там, не знаю. Мне и можем мне открыть, потому что ты в прошлый раз открыл. Да ты дурак, зачем ты собираешь? У тебя сколько золота? У меня 180. Так ты нам... иди вперед и собирай. На крест всё пофиг. Все подряд собирай, чтобы поставил ключ ты купи. Да, я знаю. Вот здесь много лута. Здесь много лута. Да что не открывается? Чё меня убило? Чё? А! Тимати, и еще 20 монет. Тут еще ящик есть или нет? Где? Подожди, нет? Он же тут был. Его здесь не существовало. Подожди, уйди в те комнаты. В те комнаты. Уйди. И дверь открой. О, здесь еще уйди. Уйди. В ту комнату. Давай. Че, давай. Ой, я сквозь текстурки залетел. Вот книга сразу вижу, две книги вижу. Я за книгой сразу. Еще вон там одна. Ты сколько золота? У меня 230. Ну, вроде хватает, если нам повезет. Если вот здесь залутаться, то нам, наверное, повезет. А если что, обратно, наверное, вернемся. Он та книгу вон тут взял. Нет. Вообще видно сразу без глазик. Вот еще одна. Опуск. У нас две цифры. А нет, я жестко. Все, уже хватает. Я еще на том ряду не залутался, вон там. Тут все залутано? Тут все залутано. Вот это самый опасный ряд. Еще одно. Вот это вообще опасный ряд. Я уже все залутал здесь.
Да блин, он опять забагалый. Оно уже застревает 1000 раз. Секунду. Так, я наверх. Ты там покажешь книги золотой. Если что, листик у тебя, я его не поднял. Она опять здесь забагалась, она идет в стену. Подожди, на меня кто-то посыпал. Хотя тут не может посыпать. Я звезд. Коня, пожалуй. Она, если что, к тебе идет. Да, здесь пока жестко лутаюсь. Туда пешком. Да, значит. Одна есть, вторая есть, третья есть, четвертая есть. Круга нет. Скоро всегда не везет. Он бывает весь вообще спавнит. И у меня такое часто, когда я один. Вот, да. Вот когда я один. Кух! Молодец. Подожди, если что, когда я подойду только. Давай. Ты сам знаешь. Я пока что кол себе в чат или чат. Так, чё, 6? Так, сейчас. Я в своих уголке. Так, давай, я уже близко. Она бежит на меня! Я в тебя встал. Все? Ты тут? Открывать? Да, я в тебе прям. Открывай. Он не быстрей! Сработал. Он не сработал. Еще раз. Точнее, код. А, первая 6. Давай, оно снизу, давай быстрей. Оно снизу. А ты меня видишь, пока я, когда я в замке? Значит, там отдельный мир. Быстрей! Давай! Молодец! А зачем быстрее, если он нас там съест? Меня бы съел. Покупай ключ. У меня просто модельки не прокрутили. Надо бы ему еще задонатить. Ну ладно, я оставлю, пожалуй, еще на фонарик там. Надо... Подожди, я хочу этого пос... На этот же раз, что он скажет. Не веселый. Десятик оставь, Раз, два, три, четыре. Я ему еще донатил там. Дай быстрее. Ну, мусон жесткий, конечно. Так, проверяем жестким лайфхаком. Нерабочие пошли. А ну вон там. Я знаю еще один лайфхак, знаешь что? Это, надо вещи запоминать двери, знаешь почему? Не знаю, если есть такой профессиональный лайфхак. Бля, где? А, вот. Золото. Сколько десятик нужно? Это... Потому что вон там, это там легко 800 золота. Просто. Вон ключ. Ой. Свет. Там свет моргает. Ну мы ж киберспортсмены. А что будет, если в бой... Так, вот 60-е. Так, 60-е. Пойди... Вот, батарейка. Ну, у меня полная уже. Вот 60-е. Так, что у нас тут спавнится? У нас спавнится говно помет. Свет. К шкафу подойди лучше. Я залез. Лети. Вот как я и говорю, то, что надо лучше его взять. Так, дем. Это что, это наше? Нет, это еще не эта комната. Надо ждать этого. Все, должна быть это. Да, это она? Да, все. Обожаю эту комнату. Так я ненавижу эту комнату. А я очень сильно обожаю. Скобочек нет. Так, не здесь. О, ты нажал? Нет еще. Я это выбиваю, блин, эти. Здесь пусто.
Я с зажигалкой вообще хожу. У меня вообще ничего нет свечения. О, зажигалку нашел. Нашел. Окей, давай, пошли. В следующий, по идее, должен заспавниться. На пазу следующий, наверное. Сейчас меня, подожди, не открой. Всё, пошли. Да, вот. Да, подожди, здесь Раш, наверное. Подойди. Да я сразу вот сюда, у меня тут не сидит. Так, я тебя жду в проходе. Нет, пошли, давай. Так, нам опять жесткий лабиринт, который одно и то же. Ой, сюда, быстрее! Там Раш. Лабиринт. Я не так в лабиринте. Вот я и говорю то, что здесь. Все здесь. Пошли. У меня эта мотивка опять выполнилась уже второй. Так, давай, погнали. Так, давай. Нажимаем. 3 часа. Ой, там лицо было. Нажимай. Серьезно? Да, там лицо было. Круто. Ну, прикольно. Так, продолжить ран. Так, это у нас была первая часть нашего прохождения. Сейчас будет вторая, где мы уже будем проходить А-0-0-0. 0, да. Ашки, короче. Да, ашки будем проходить. Так, вот. Ведь мы же киберспортсмены. А если быть точнее, то Румс. Так, погнали, завершаем.